существует ли всемирное кольцо разума? Какая же система цивилизаций к нему привязана? Они не дают нам готовые ответы на вопросы. Остаются у нас нераспознанные от них секреты. Двигаем прогресс, додумываемся до всего сами, своими головой, руками, ногами, ушами, глазами. Кольцо разума Земля с обитателями входит. Развитие землян, как у ребенка, по манежу ходит. Мы только учимся правильно думать и ходить. Когда же мы станем взрослыми? Вот бы дожить! Мир един, если цивилизации в кольцо не входящие, отдельно где-то от Вселенной находящиеся. Согласны ли они нам в развитии помочь? Воспитывают ли они нас, как сына или дочь? Можем ли мы продвинуться за счет их заслуг, при этом не теряя радость и вкус потух? Человеческая душа, сколько времени она живет? Кто ее создал и поддерживает, когда душа умрет? Вечна ли душа? Может ли реинкарнировать бесконечно? Они говорят, это реалия. Может, конечно. Спрашивают нас, как же вам давать новое? Мы не понимаем, что это такое и действительно ли новое. Ученые усердно продвигаются и открывают в познании. Открытия, изобретения, идеи, эвристические понимания. И отвечают они, вы открываете не новое. Для нас это давно уже довольно обыденное и старое. Вы берете все из законов природы, то, что известно давно. Существует им это дано, но тогда кем дано? Развитие нашей науки интенсивно и экстенсивно. И нет нужды относиться к незнанию агрессивно. Планомерно ищем пути освоения новой энергии, совершенно безопасной с точки зрения экологии. Раньше было много наших контактов с ними. В памяти только яркие, которые остались плохими. Контактеров мы безжалостно сжигали на кострах. Пряча свой страх, молясь Богу, раскидывая прах. Они говорят нам, что именно мы — дети богов, что нет у нас никаких обязующих, связующих оков. Утверждают, что придет время, и мы богами станем. По их логике мы растем и расти не перестанем. Процесс нашей эволюции длится миллионы лет. Все зависит от нас, каким будет наш рассвет. Наши потомки сотворили Землю, галактику и космос.
еще не помнит. Говорит в нас предков голос.